посвященный 71-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Праздничное шествие открывает парад. Командование парадом осуществляет заместитель начальника местного гарнизона подполковник Докторов. Парад! Смирно! Торжественному маршу! Поротно! Одного линейного дистанция! Первая рота прямо! На плечо! Равнение направо! Шагом! Марш! Видно, закончилась, и пушки замолчали, и годы сгладили великую беду. И мы живем, и мы опять весну встречаем, встречаем День Победы, лучший день в году. Участник ветеран Великой Отечественной войны Демченко Иван Матвеевич и ветеран труда Серебренников Александр Михайлович. Проходят год
годы, сменяются десятилетия. Но чем дальше уходят прошлые суровые годы войны, тем ярче высвечивается бессмертный подвиг воинов, стоявших насмерть за честь и независимость нашей Родины. Спасибо вам, ваш подвиг вечен. Пока жива моя страна, вы в душах наших, в нашем сердце. Героев не забудем никогда. В этом году вновь в нашем городе масштабно проводится всероссийская акция «Бессмертный полк». И уже 9 мая 2015 года в рядах «Бессмертного полка» вышли почтить память своих предков более полумиллиона человек по всей России. Сегодня координаторы полка находятся почти в 600 населенных пунктах 10 стран, в том числе и в нашем городе. Приветствуем лесосибирцев, присоединившихся ко всероссийской акции «Бессмертный полк». Около 1500 жителей нашего города проходят в колонии с портретами родственников фронтовиков. Память о них хранится в каждой семье, в каждом доме, о каждом, кто не жалея жизни, боролся за освобождение Родины. Сохранение в каждой семье личной памяти о поколении, прошедшем через страшную войну, главная задача «Бессмертного полка». Они должны идти победным строем в любые времена. И сегодня в его составе идут те, кому дорога память о фронтовиках, победителях. Для почести всем и пришедшим с войны даже вечной не хватит теперь тишины. Члены организации, активные участники, инициаторы всех городских событий и мероприятий. Внимание! Идут военно-патриотические клубы нашего города. Это учащиеся студенты и преподаватели образовательных, профессиональных и высших учебных заведений города. Участники молодежной флагманской программы «Историческая память». Среди них городской военно-патриотический клуб «Единство», объединяющий все клубы Лесосибирска. Спасибо, ветераны, за победу! Мы приветствуем учреждения спорта города Лесосибирска. Они посвящают все свои достижения вам, дорогие ветераны. Олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее» только в вашу честь. Приветствуем тренерский состав и спортсменов-победителей нашего города. Принимает участие 12-й отряд Федеральной пожарной службы по Красноярскому краю Министерства чрезвычайных ситуаций России. Спасатель – это не просто профессия, а призвание. И только мужественные, сильные духом люди выбирают этот нелегкий путь. Дорогие ветераны, сотрудники МЧС поздравляют вас с Днем Победы! Шестой продолжает преподавать
спасибо скажем прадедам и дедам за эту долгожданную победу. За то, что зазвучали с новой силой слова единства, вера, дух, Россия. Учреждения города, школы, детские сады, центр дополнительного образования занимаются патриотическим воспитанием детей и подростков, обеспечивают преемственность поколений, уважение к традициям и ветеранам. Ежегодно около 100 акций праздников, посвященных Великой Победе, организуются и проводятся в образовательных учреждениях Лесосибирска. Юные лесосибирцы помнят и знают, что война – это сотни тысяч разрушенных и сожженных городов и поселков, 33 тысячи взорванных заводов и фабрик, 65 тысяч километров железнодорожных путей. Война – это бесстрашие защитников Бреста, это 900 дней блокадного Ленинграда, это клятва партизанов, ни шагу назад, за нами Москва. Приветствуем коллектив физкультурно-спортивного центра «Енисей». Спортивный центр начал свою работу в марте 2015 года. За год плодотворной работы «Енисей» стал местом проведения соревнований краевого уровня, а также отличной площадкой для подготовки подрастающего поколения спортсменов. Мы молодые, сильные, умные, смелые, родившиеся вместе с новой Россией, принимаем нашу Родину из ваших рук. Победа, деда, твоя победа. Помним, гордимся, живем. Здесь птицы не поют. И только мы плечут мечу глазка темноту. Горит и кружится на небе. А мы вновь приветствуем образовательные учреждения города Новосибирска. Школы, детские сады, центр дополнительного образования. И подростков. Юные лесосибирцы помнят и знают, что война – это жестоко и страшно. Спасибо скажем прадедам и дедам за эту долгожданную победу, за то, что зазвучали с новой силой слова единства, вера, дух, Россия. Мы молодые, сильные, победа, деда, моя победа. Помним, гордимся, живем. Мы приветствуем медицинские учреждения города. Сегодня медицинские работники стараются создавать все условия для современного и качественного обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны. Их в нашем городе живет 36 человек. Здоровья и мирного неба над головой желают вам, дорогие ветераны, работники здравоохранения города Лесосибирска. Победой и теплой весной!
предприятия лесной промышленности города Лесосибирска. В годы Великой Отечественной войны Махруковский завод не остался в стороне. Только в списках погибших значится 176 человек. Лесозаводу Маклакова в годы войны нужно было дать фронту 5000 высококачественных рыж. Трудились сутками, но трудное задание было выполнено. Приветствую работников Лесосибирского речного порта, крупнейшего транспортного узла. Более 700 человек трудится на предприятии. И сегодня наряду со всеми лесосибирцами они отдают дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны. Мы живем уже в другое время. Мы живем уже в другой стране. Но великое слово «Победа» откликается в нашей душе. Мои поздравления с 71-летием Великой Победы адресую всем ветеранам и жителям нашего города, предприятия, обеспечивающие комфортные условия проживания для лесосибирцев. Это строительные, энергоснабжающие, управляющие организации, предприятия жилищно-коммунального и автохозяйства города Лесосибирска. Северные электрические сети. Филиал межрегиональной распределительной сетевой компании «Сибирь-Красэнерго», «Красноярск-Энергосбыт», «Лесосибирское межрайонное отделение», «Лесосибирск-Автодор» и другие предприятия города. Приветствуем сотрудников городского центра занятости города Лесосибирска. Приветствуем сотрудников Сибирского лесохимического завода. Дорогие ветераны,
протестное шествие продолжают общественные организации и политические партии Лесосибирска. Занимая активную гражданскую позицию в жизни города, они сегодня склоняют голову перед сединами ветеранов. Особого внимания и заботы. Дорогие ветераны, с праздником вас! С Днем Победы! Вам всем, кто вынесет войну, многие на полях сражений принес победу и смог огласить память поколений. Вам, ветераны яростных сражений, чья молодость закалена в бою, приносим мы любовь и уважение и светлую признательность свою. Оригинальные колышки, да, забитые.